Серик Кудебаев получил дополнительный срок за побег из страны. Ему назначили полгода лишения свободы. Напомню, ранее экс-начальника ДП Алматы и Алматинской области приговорили к 10 годам тюрьмы за превышение власти и совершение пыток в ходе январских событий. Во время того судебного процесса он не явился на заседание. Позже стало известно, что Кудебаев сбежал из Казахстана в Кыргызстан, а далее в Турцию. Наказание бывшему генерал-майору сложили частично. В общем, он отсидит 10 лет и 3 месяца.